Ты играла так? Хотя нет, не буду. Мизмучки, пойдем. Все, у нас начинается атака. Первая. Кто там? Заблюв хорошо выпрыгивает толстый. Заблюв вот одного, он здесь на рокете с этого билборда вылетел. Громила также будет царапать или... Нет, он пришел пробивать, но пинг слишком высокий для Громилы. Красненький пингом, напоминаю, говорят, у нас сегодня команда Америки. Так что болеем за американцев. Хотя ватники сейчас будут орать. А, американцы там. Со своим этим госдепом приперся сюда стримить. Нет, у нас Left 4 Dead не терпит такого. Для ватников стрим. Все болеем за... Ну, а Лирон уже, понятное дело, выйдет с первого места. Потому что... Потому что им повезло с группой. В какой-то мере, наверное. Хотя две американские тимы, вот этот Браво. Я очень часто смотрел стрима Кисми. Вот Браво вот реально показывал офигенную игру. У него там еще Гарфилд был на аватарке. Вот именно вот самый лучший стрим Кисми, самый популярный, вот именно вот Браво, когда играл. Вот. Его называют команда Браво или Ватеос. Или вообще команда называется, но не важно. Танк у нас появляется на 76%. Вы же сейчас будут чекать, конечно, появление танка, конечно, не знают. Сейчас будет атака под мостом. У нас состав какой? Курильщик, Хантер, ЖК. И вы не думаете, что пинг прям сильно будет влиять на команду американскую. Она очень опытная. Очень давно я смотрел, когда перерыв был в русском комьюнити. Есть Заблёв? Нет, нету Заблёва. Хорошо, Тонг справляется, Курильщик появляется сзади. Хантер выпрыгивает, его тут же скитит. Молодец, чего там, заспамили просто с УЗИ. Атака у нас сливается, но маг какой-никакой есть, это хоть радует. Не по нулям, по крайней мере. Я вот не знаю, почему у каких-то американцев там красный пин, каких-то желтых. Возможно, они ближе как-то, может, из Аляски играют там. Аляска, что же Америка, просрали наши эти цари, как там, Николай II, что ли, я в истории так себе разбираюсь. Николай II просто просрал Аляску, да, за золото. А потом на Аляске нашли в 10, нет, в 100 раз больше золота, чем они заплатили за этот полуостров или материк, я не знаю, как назвать. В общем, наделали делов у нас цари наши. Просто кретины. Ну, сейчас это продолжают наши... Политики, ладно, сейчас уж в политику прям залезу. Есть у нас, кто там, толстый, ну, машина-то первая сигналка, так что толстого просто будут сливать, как я понимаю, если даже будет на рокете вылетать, то ничего страшного, Хантер бегает снизу, этажом ниже, так, находит канистру у нас в этих лазейчиках, Хантер вроде не издал звука, когда прыгнул, толстяк снизу выходит, хорошо, Рошелька на шифте скрылась, Хантер тоже ловит на приклад, хорошо, Громила прибывает, его прикрывает. Приет, плевать, что чисто на задержку, танк будет на 76%, он будет появляться. А. Ну, конечно, после горок, там уже без... Хотя... Возможно, он будет вот где-то вот здесь даже. Посмотрим, выживший сейчас прогресс на 58. Вот, кстати, да, возможно, все-таки будет вот на конце вот этой. Тут никто на машину не несет, я помню, раньше играли, потому что... Прям вот несли машину, вот, заходили вот сюда, там... Две машины принесли, там закатали всех. Но сейчас что-то вот все идут прям руками раздавать. Никто не хочет рисковать, потому что снайпер работает у нас на 5 с плюсом, у нас хорошая команда играет. Вот сейчас как раз я орда пошла. Вы же сейчас будут отсиживаться, или как Рошеля будет бодриться, там спереди стоять. Вот, кстати, танк появляется, хорошо. Хоть не снизу, вот если снизу принимать танка, очень много машин принесешь, и все, выживших уже не будет шансов никаких на то, чтобы... Даже хоть вы бегаете вокруг этих елочек, все равно вы найдете на машину. Потому что снайпер, та работа снайпера на внизу там зависит очень много. Два косаря он по-любому должен сливать. Танк попытается поджечь канистры, не угадывая с направлением. Танк это тоже, возможно, видел. Кидает камень, косаря у него уже нет. Снайпер должен нарабатывать, конечно, где снайпер. Снайпер что-то смотрит саппорт, по-моему, вот разор. Мы будем смотреть от него. Курильщик там спереди ходит. Танк как раз-таки мансит по именно по Элису, для того, чтобы он... А, нет, Мах все-таки переключается со снайпера, но у него остается 2000 хп. Непонятно, что делает американская команда. Длинными, огромными руками достает у нас Элис. Также убивает Громилу там ходу, сзади зарубили. Для такого места, я бы сказал, неплохо. Потому что... Ну, хотя саппорт тоже что-то непонятное сделал. Тут нет таких респов, как вот здесь вот куст стоять на промоде. Тут мало где появишься так, чтобы снайпер тебя именно не спалил. Так что... Неплохо. Ну, все-таки мы же болеем за команду Альерон. Ой, за Ватеос, да, команду Браво. Браво.
бонус несет тоже так. Половинку. Ну а Лирон на самом деле... Бумер скользит, боже, что это происходит? Фантастический просто стяг был. Американцы какие-то свои показывают. Кстати, Расур хорошо со снапы на Диджаке. У нас теперь будет только 2 на 2 очка напрыгивать, да. Хантер. Такой, знаете, слайд из КС. Там есть на сервера такие. Паблик слайд. Скользишь по этим стеночкам, остаешься с АВП. Огроменный карт. Видимо, чувак играл на этих серверах, и знает. Не понаслышке об этой... Ну, в этой тактике все, я думаю, Лерон сейчас зайдет, атака будет так себе или нет. Появляется все-таки Рамил находит рез, сейчас спину будет добивать, Рошель почти попадает. Снайпера состреливает, куличик не успевает нанести 3 хп урона. Сзади будет на Жаке напрыгивать, ПВП, пропингованный Жаке, куличик снова подкуривает, снайпер нет, не удается, там даже было напрыгивать сюда. Странно, Лерон заждались. Заждались совершенно, да. Это, хотя могли зайти, мне кажется. Вполне успели бы. Ночь, да. Ночь я не сплю. Завтра мне никуда не идти, хоть и понедельник. На большое количество зрителей я, конечно, не рассчитываю, что вы хотели все-таки. Не какой-то там полуфинал играется. Не какой-то там скап на бабло. Спасибо, да. А я мало ли, ну я понимаю то, что все заняты, и у нас особенно команда Nameless там не, только ни одного ПКВ не от, нет, ни одного КВ не отыграл в своей группе. Все в первом роде. Странно, что-то да, Nameless как-то странно. Ни одного не видел КВ. На что они вообще рассчитывают? 4 игры отыграть за одну неделю. Ну хорошо, флаг вам в руки, как бы. Я не хочу, чтобы кап продлялся из одной команды. Как бы, пусть находят саба какую-нибудь, я знаю, в правилах вроде разрешено искать саба, если даже одного игрока нету. Или они не хотят повторять ошибки, которые были на Фрики Капе. Потому что на Фрики Капе они сыграли составом, которым не хотели играть. Ну, понятное дело, там Фрики Кап опять затянулся, как тот 2012 кап. У нас куричек сзади подкуривает. Пытается вместе с связочкой вместе с Громилой, заблев двоих, телепортами Жаки прыгает, его ловит на приклад. Американцам не привыкать тоже играть на таких молодых серверах. Я часто видел Кисме. Там турнир был. Какой-то там тоже Very Big Summer Tournament. Оттуда как раз. Оттуда очень хороший стрим. Можно посмотреть на канале Кисме. Когда вот как раз эта команда Браво сошлась с... какой-то японской, что ли, команды, или тоже американской. В общем, там очень хорошая игра была. И там игралось 2 игры, как бы. Сначала на их сервере, потом на другом сервере. Не особо интересно, конечно, казалось бы, но тогда это было исключением. Тогда именно был тот самый настоящий финал, что называется, финал. Ну, на 4-й карте, конечно. После одной стороны там никакой интриги не было, сейчас она готовится атака сверху. Вот там у нас курильщик, Жакей, Хантер, плевало. Ну, аккуратненько, сейчас американцы, кстати, идут лучше, чем шли европейцы. Будем надеяться, что ни в них не постигнет та же участь, которую постигла Аполлион, потому что Аполлион слилась полностью. Надеюсь, играется 1-5, опять же, да. Американцы там всегда 1-5 должны играть по дефолту. Ну, а... Аполлион там отказалась в последний момент, плюс поняла, у них нет шансов на 5-й карте, что терять время, это правильно. Сказали то, что все, КГ, свидание, мы идем играть в другой турнир. Что, а так, Хантер появился, куричик спереди будет подкуривать Ника, да, и подкуривает, Рошель его спасает, 3 кап, ребята, 3 кап делает у нас команда Лирона. Льет, вливается под Ханта, нет бога, Гусфрейм сейчас должны спасти, но я только сглазил, да, команда Америки. Потому что... Только я сказал, что они лучше идут, так они сразу потеряли половину хп с Red Start. Red Start. Нет, все-таки хорошо то, что не играется 2 игры, как в том турнире. Я уже говорил то, что игры унылые получаются совершенно. Что одна, что вторая. А тут команды будут выкладываться на 100%, как бы заблю двоих, если не заделать толстяк. Громила машнится респом, Жаки уже идет. Громила тоже появляется, хорошо, какая-то роспись. Нет, не роспись, хрябает там. Громила все-таки берет этот старый заблев, там снайпер заблеванный, или кто. Как раз таки он взял снайпера, хорошо снимает ХП. У нас еще спереди танк, напоминаю.
Ночной стрим сегодня. Будем болеть за американцев. Ну что, вы себе не представляете, как хорошо жить в Америке. Там препод по этой... Рассказывал препод... По... Как там назывался этот предмет? Какой-то предмет, вообще социология, что ли, на социологию, в общем, рассказывал, как в Америке, если вы очень ленивый человек, у нас идет атака, спереди курильщик подкурит, снайпер должен сострелить его курильщик, пока танк не зашел, у нас роспись двоих сзади, боже мой, у нас американская команда, походу, постигает та же участь, что и постигла. Прилетает рандомный камень, это чуть не задает. Эррор у нас в инкапе, танк будет откидывать камушки, конечно, танк не подставляется под... Не подставляется под выстрелы. Так вот, короче, в Америке жить, если вы ленивый, то да, если у вас есть гражданство там, то вот вы столько ништяков получаете со всяких там страховок, пособий там по безработице. Пособие по безработице, да, то, чего нет сраной рашки, короче. Там, в общем, ты... Тебя очень хорошо государство стимулирует, также там малый бизнес там развивается. К сожалению, да. У нас в Рашке нужно надеяться только на себя, а там государство помогает, но ладно. Есть у нас заблёв одного, ник. Нет, не снайпер, но это самое главное. Вместе с камнем будет Элис. Элис выбирает таблетки, хорошо успевает. Настреливает сейчас танк, у нас саппорт есть, громила. Остаются и жаки, сзади тоже будет. Камень настигает свою цель, жаки берет Рошель. Снайпер должен состреливать, хорошо застреливает. Еще мобов очень много, напоминаю. С громилы пробивает мимо танк. Так, забивает еще один инкап, делает, еще упор будет забивать ник, у него 300 хп остается, второй удар делает, молодец, фри удар просто, снайпер. Снайпер, по-моему, редстарт, он не дорабатывает снайпер, как видим. Черно-белый же Рошель, нет таблеток. В общем, да. Что-то американцы себя некомфортно чувствуют, да, на европейском сервере. Не думайте, что эти играют нобы, кстати, за европейцев, за американцев. Все-таки, как бы я не хотел болеть за то, что Кинг не решает. Все-таки он решает. Подкуривает у нас Ника. Ой, минус 25 очков прыгает. Минус эррор за одну тычку, как Brutal Hunter какой-то плагин стоит, как будто. Все-таки отстреливают Ника, хорошо. Втроем хотя бы дают, как уже будет победа, отрыв. Не косарь хотя бы. Хотя бы не косарь. Вот, короче, я не спал, я начал чекать интернет, как это быстро исправить биологические часы свои. Биологические часы — это когда, допустим, вы спите ночью там, не, ну, вы спите днем, а это, значит, нарушенные биологические часы, как бы. Я думал, как быстро исправить, потому что не спал перед экзаменом, короче, вот. Такая штучка есть. Называется мелатонин. Это, короче, безвредное снотворное. Такое чисто на гормонах там основано. Да, у нас на экране все прекрасно видно, как бы. Привал-то наш крябывает, короче, по нику вот. Под это снотворное, ну не такое даже снотворное, оно просто. Сидишь такой, да, просто веки так свинцовые. Если ты хочешь, как бы, то ты не заснешь. А так-то, допустим, взял книгу какую-то. Которая такая грузит. Ты засыпаешь, как будто. Видите, веки свинцовые, какие-то лежишь, короче, жусь, бац. Но главное, если вы хотите поспать 3 часа, то лучше не пейте эти таблетки, потому что. Кстати, вот эти таблетки можно купить в этом спортпите. Очень дешево они стоят. Там рублей 400 за много таблеток. У нас подкуривает сзади курильщик. Также, боже, у нас 2 капа громила на рандом реально пробивает. Так, чтобы ворваться в кучу, знаете, кучу мало устроить какую-то. Все, ник у нас... Я же говорю, сегодня стрим, наверное, будет чисто с разговорами такими, потому что... Не будет экшена у нас в этой... В группе американцев. Потом на записи кто-то посмотрит. Вообще, если вам надо на работу идти, то пожалуйста. Да, как тоже хотел устроиться на официантом работать. Если вам на работе скажут то, что, мол, мы вам перезвоним, то все. Бросает и это дело. И вот, допустим, мне задали вопрос, у тебя есть опыт работы? Я так начал думать. Я говорю, нет, опыта работы нет, но я быстро учусь. На что меня мягко послали нахер, короче.
Так что если у вас нет опыта работы, то каким бы вы там разговорчивым не были, то вас все равно не примут, как бы. И официантом работать вы просто заебетесь, я вам отвечаю. У меня подруга работала официантом. И работает до сих пор, наверное, в кафе хаус. Во-первых, там чуркобесы вечно. Вечно там чуркобесы какие-то. И полностью тупые. Сквозь дверь появляются жуки. Репорт отпишет. Это по-любому минус 500, минус 1000. Использование бага, да. Ноль бонуса данности команды американской. Вообще, кстати, когда вы висите там у мамы на шее, лучше, конечно, развивать какие-то индивидуальные скиллы там. Чтобы, не знаю, допустим, куда там можно. Ну, там, и видео хорошо монтировать, не знаю, не изучайте там, или чертите в автокаде там. Чтобы у вас было именно опыт, и без опыта, если у вас очень хорошее умение, то только тогда вас возьмут. А так вы нахер просто никому не нужны, сраные рожки. А лучше уж свой бизнес открывать, кстати, вот. Свой бизнес тоже в рашке, если хотите что-то заработать, не работать на какого-то дядьку там в офисе, то уж открывать свой бизнес, но очень это опасное дело, потому что влезете в кредиты и... Влезете в кредиты и все. Там уже можно в петлю спокойно так прыгать. От вас коллекторы не отстанут, вас будут прессовать, придется продать квартиру и вы будете бомжом. А если нет квартиры, то есть, конечно. Не будет Left 4 Dead, и вы не будете играть, и не будете стримить, не знаю, и смотреть трансляции меня. Так что лучше не берите кредиты, лучше занимайте у знакомых, что же вражки делаются по связям. Как-нибудь так крутите жопой, как, например, эти... Бюрократы эти сраные, вот когда санкции против Рашки вводились, да, вы думаете, что они там, ну когда вот говорят, типа, санкции ничего не решают, это ватники сраные говорят. На самом деле санкции, вон уже, мне много друзей рассказывали, то что из-за санкций очень много погорело миллионеров, которые реально строили свой бизнес на партнерстве с европейцами, с американцами. Просто все наотрез, все связи с американцами перекрыли. Вышестоящее начальство, у нас атака есть, куличик подкуривает, хорошо пробивает, у нас пробивающийся, попадает по никам. Хоть немного там, видите, десяточку, двадцаточку так слили. Ну так вот. Реально, лучше санкции подорвали экономику, как там Барак Обама сказал, типа, я разорвал вашу экономику в хлам. На самом деле, да, очень легко пошатнуть эту экономику России. Мы вот все прекрасно, все видели, как бы. Вот, в общем, вот, у нас есть танк. Сейчас будет, надеюсь, что он зарандомит этим бачком, как бы. И... Надеюсь, никого разговора меня не напрягаю. Сами понимаете, что счет говорит сам за себя. Вот, у нас... Что у него очень хорошо снайпер работает. Видите, он чуть высунулся, так сразу уже получил 400 хп минус. Так, спекут. Получаем, конечно, вот видите, снайпер тут же начинает работу, уже 2000 сейчас должен слить, в бачках застревает. И завлёк хорошо для отвлечения, чтобы снайпер не мог продамажить танка. Что же будет делать? Бачок как непослушно совершенно скользит не в том направлении, в котором он хотел. Ну, выжившие отходит, конечно, чувствует опасность, 5% контроля у танка остается. Закидывает хорошо, пролетает, почти попадает по Элису. Хорошо, конечно, как я мог спутать. Пролетает мимо. Еще и камень пролетает мимо. Саппорт ждет. Думает, что он кого-то инкапнет. До конца просто надеется, что будет какая-то мега роспись. Есть у нас, ловит громилы хорошо вместе с куричиком. Куричка сейчас громилу слили сквозь стену. Элиса тоже хорошо. Ты дамаг-то хороший. Блин, последний удар промазывает, конечно. Так бы мог инкапнуть негром, но ничего, нормально. Ну так вот, да. Чисто свой бизнес открывайте. Ну, без денег, конечно, без связи вам ничего не сделают. Ну, если вы прогорите, то... А, это все. Это ГГ. ГГ в время жизни, короче, вам будет. Можно ливать из-за этой жизни, нажимать кнопочку ресет и... И начинается с чистого листа. Есть у нас куричек, спереди подкуривать будет негр, негр промазывает, пытался евростайл такой сделать, у нас громила с куричиком, но
быстренько отстрелили снайперы. Прикрытие такое хорошо работает. Я напоминаю, сейчас впереди у нас есть ведьма, появляется на ивенте. У нас особенная ведьма, там за заборчиком сидит. Сейчас особенно там не будет. На дырке. На дырка самое опасное место будет. На этой карте, если много будет зависеть от нее, если хорошая атака на дырке, то будут шансы, конечно, на камбэк у команды американской. Сливается толстый, но мне кажется, зря. Хотя нет, если переваливается задержало, то еще нормально. Шарится по комнаткам, слышит переваливается, плюнул, значит не успеет они вылезти. Прошарились, конечно, ничего не нашли, ни паек, ни молотов, абсолютно ноль. Громила сверху респается, дает понять, что все мы готовы, что не спешите. Американский юмор. Наш коря будет мобов. Громила так прячется. Там курильщик есть? Нет, курильщик как назло нету у американцев, так что... Так что... Это будет возможный фейл, но плевать, смотрим, работа плевать, будет ли она плевать наверх, хотя снайпер также может спокойно прострелить этого жокея, как делал Зукара у нас при кладе жокея еще и получает пулю, сколько хп, уже половина хп сливает жокея, даже больше половины, кстати, прострелы сейчас идут, пытаются этого надамаженного жокея как-то убить. Ах, полный фейл у нас будет, ханта хорошо скидит, хорошо негов, разор, да, у меня от первого лица надо смотреть, что-то я от снайпера, снайпера тоже. Выписываешь на левый человек, 1% еще. Возможно, эти люди даже стреляют лучше, если бы даже снапы не было в этой команде. Только, знаете, хорошо было взять гандикап. То, что, мол, если у вас пинги высокие, то одной из команд выбираем в снапу. Тогда, возможно, было интереснее смотреть. Хотя, я думаю, от снайперки не особо много чего зависит. Таблев у нас, как и четверых таблев, куат бум нет лишним. Росписи нет, росписи есть, нет. Такие все-таки. Роспись двоих, много хп слипается, хорошо. У нас толстый отыграл, как-то внезапно появился. Я не понял вообще, как он появился. Это бы здесь, что ли? Ну, слушай. Здесь, по-моему, заблокировано. А, Рокки, значит, вылетел так. Ну, по крайней мере, команда Браво чувствует себя лучше, чем команда Апулион, потому что Алиерон на этой же карте. Алиерон на этой же карте. Против Аполлиона дошла просто все зеленые. А, кстати, ведьма, она не, так, не на таком месте, как я ожидал, но ее сливает, труда не составляет на скеле. Узукара тоже отыграл сегодня свой матч. Опять там против среднячков, там close game, нереально на последних секундах просто вырвали победу. Да уж, что-что, так Узукара точно 500 рублей от меня, наверное, не выиграет. Если Громила пробивает мимо, Шаки также напрыгивает на Элиса. Убивающийся, ну, может все-таки попадет, умер с машинным срезком. На задержку еще немного так появилось. Заблев четверых давай. Троих. Не четверых. Что ж, что американцы очень хорошо заблевывают. Сейчас 0.51 минута. А, носка. Ну, более-менее так. Команда американская. Сейчас посмотрим, как она. Думаю, это будет решающий такой танк. На этой карте, если уж танка в нули, но солью, тогда да. Будет интересная игра, так. Обычно групповая стадия. Кисами не стримит эти игры, по понятным на то причинам. Пипец, у них настолько подписчиков. Ну, Кисами стримы, конечно, качественные, там, с видеоповторами. Повторы, я не знаю, как он это делает. Я пытался загуглить, как сделать повторы там в стриме, но никакой такой годной инфы я не нашел. Походу у него X-Split какой-то стоит, более такая сильная программа в плане стримов. И ни один монитор у него не стоит, а так и есть сверху, жаки над телепортиками пытается напрыгнуть, Громила заспамливает, не успевает пробить, плевает, ой, еще курильщик в упор подкуривает. Немножечко снимает хп, а не смотри, за танка, конечно, конечно. Ну, потому что... Ну, не, ладно, от снайпера посмотрим, как американский снайпер будет работать. Да команды писали, мол, типа, сейчас, какие призы будут за этот матч?
за эту игру и написали, что никакие. Они, небось, чисто из-за этого не выкладываются так на 100%. Так, короче, ребят, ставьте турнирчики с призовым фондом. Так вот, 2 на 2 еще хотел создать, потому что без призового фонда, ну, нет тех клоузгеймов прям, которые были на фрике капе даже. На фрагпайпе на то же самое. Ну, фрагпайп это эталон, конечно, турниров. Что у нас с молотов, кстати, есть? Кидает молот. Нет, он уворачивается от заблева. Хорошо, косаря нет уже. Будет прокидывать бачок, пытаться разъединяет. Это выжить не дает резко курильщик. Его сейчас подкурит и привел. Подкуривает же и берет. У нас еще гравин будет прививать в упор. Нет, ничего не выходит. Танк предпочитает... Танк просто, не знаю, делает одолжение, наверное, команде выжить. Вот, сейчас команда должна браво тащить. Японцы, как Зукара говорил, японцы очень сильная эта команда. Какой-то там чувак с анимашными аватарами вечно эти японцы играют. Все на одно лицо как. Вот они, им пофиг вообще там, красный пинг, не красный пинг там, аним. Или аниме какой-то там, чувак с ним какой-то. Всегда красными пингами и всегда тащит его. Ну, если даже не тащит, то там хорошие игры получаются. Сбалансированные такие. А если уж они на их сервере играют, на японском, то там уж без шансов. Dynasty, вот, Dynasty называется команда. Это не японская, не американская. Ну, неважно, короче, там по-любому есть японцы. Как так говорится? Что бы ты ни делал, всегда найдется какой-нибудь кореец или японец, который делает это лучше тебя, там, или на гитаре там играешь, или даже стримишь ЛФ, не знаю, так что. Рознь такая всегда есть. Как игра игре рознь. Так же и вот. Всегда, как там, американская история X, там мне очень понравилась фраза, когда, мол, все свои умные мысли, которые ты выражаешь, уже кто-то до тебя высказал в более краткой и лучшей форме. Так что, Хантер, кстати, сзади там подкрадывается, бежит вместе с выжившими. У него какой-то фан просто европейцев сейчас. Хотя одного нету, доставчик какой есть, курильщик и громил, это самое главное, чтобы были. Именно эти два персонажа. Ну и плевачество тоже есть. Значит, все. Наш корябывает панику. Выжившие ждут. Просто на глазах тает вся надежда на то, что американский тим что-то сделает. А, ну в принципе танка-то убили, значит они столько бонусов. Сейчас увеличится еще. 600 бонусов, а у первой команды был бонус 320. Ну и сейчас впереди ивент, впереди ведьма, которая появляется только после ивента, так что... Вот что, есть все шансы. О, Алирона, конечно, убить их. У Алирона убить всегда есть шанс, а вот американцев затащить или... Когда будет такая возможность, Громила появляется впереди, Хантер пытается напрыгнуть, и все-таки берет. Пинк играет свое, Громила пробивает двоих. Ну, это безбонусная хатача, так что ничего страшного, таблеточки сейчас найдут, я думаю, в этом месте. Который раз я уже вижу, что в аптечке нет таблеток. Возможно, где-нибудь там. Хотя там темно, я никогда ничего не вижу. Во. Вот тут тоже пусто. Сказал там, типа, 4 таблетки кладется на карту. Вроде больше, как бы. 2 шприца я точно видел, чтобы у команды было. Получается 4 таблетки и бумер на... Ну, опять скажет, что это пинг. Ну, ладно. Хоть одна американская команда тогда должна по-любому выйти из группы. Скажет там, турков-то они раскатают. Турков они точно раскатают, вот Алирон точно себе обеспечивал победу в этой группе. Уходит с первого места, это уже априори как бы. Единственная группа, которая практически все матчи отыграла, это команда... Ой, я забил двоих. Я что-то со составом, Громила сзади будет заходить, его отстанет вот так же, как из Шкатостова. Прибывает на рандом, попадает все-таки по Элису, Карашели. О! Но все равно бонус нормально доносит. Сколько там?
Они, возможно, даже больше бонуса донесут, чем команда Алирон. Вот так. Все равно разрыв перед Касари у нас еще впереди. Спросим. Стримеров они обычно не отвечают. Чтобы не было сюрприза такого. Как тогда? Я хочу смотреть, ну, не знаю. По идее, если будет хорошая игра. Нет, даже не косарь, отрыв на 600. Так что все еще впереди. Когда будет играть в полуфинале? Алирон какой-нибудь, он с топом, вот тогда будет, да. Я, кстати, ни разу не видел то, чтобы Алирон играли по КВшке с нон-стопом. Или я просто так не успевал так найти. Один пять играется? Все. Ну, я думаю, если будут сливать американцы, они запросто могут сказать, типа, а, нах. Все, ради. Кстати, ждали, пока я напишу Родин. Что за составчик-то? 6 очков это фигня, танк появляется на 75%, это уже ивент, между прочим. Ивент вам не хухры-мухры вместе с танком, хотя вот как нон-стоп показала. Нон-стоп там, хотя там и нон-стоп, и они бы показали отвратительную игру танка на ивенте. Точнее, за выживших от игроков. Снайпер-то вообще не работал. Он должен твоего косаря снимать, пока танк добежит там до того места. А они там что-то долго машинили. Вот единственный курильщик там отыграл. У нас есть атака. Умер. Не находит рест, а надамаживает уже. На очень много американском огромиле. Прибывает на рандом. Прыгает, его сливал. Ну, хоть Хантер напрыгнул, хотя его не в нули. Одно очко на работу у нас. Ряд старт. Так что лучше это, разрабатывать себе какой-нибудь скилл. Лучше, конечно, разговор на английском приветствуется. Я думаю, тоже сейчас как-нибудь засесть, чтобы английский подучить. И... нужно, в общем, разговорный хотя бы английский иметь. Потому что вообще не варик работать в России. Сказать, что я пессимист, ну да, что вы хотите-то. Завтра ко мне придет ОМОН, скажет, что, мол, ты госдеп. Мы тебя не допускаем на стрим of Left 4 Dead. Ты слишком неватник. Умер куда-то заблевать, громила издалека совершенно прыгает. Сейчас будут ждать танка, насколько я понимаю, они же не знают, где он появляется на 75%, это на ивенте. Будем надеяться, что американцы покажут. Да, он думал, что играет сбор и сможет поджечь канистру. А, хотя да, они несут канистру. Или не несут. А вот она, да, они будут нести ее до конца, до ивента, не знаю, где появляется танк. Так же, как и зараженная, так что интересно смотреть, как они легкой такой рысью пробегать будут. По шажочку выверять места, где появляется танк. Вот сейчас они поймут, что тест резистенту, ну, ничего не выходит. Только зараженные, по-моему, или даже зараженные специально будут развить. Не помню, как на фреше там как появилось, на промоде или на фреше, или на ливере. У нас, кстати, даже находит молотов, так что канистру можно бросить, как-нибудь откинуть и поджечь снизу, чтобы молотов было поменьше. Джеки уже появляется, посмотри от его лица. Да, кстати, я пойду в армию. Походу, да. Хоть у меня есть связи там какие-то, но все равно пойду. Не то, что я так решил, а то, что они так сказали. Ну, вообще нужно менять какой-то цепь ног. Попробую себе. А главное, инвалидом не вернулся, да, как там говорят. Я думаю, это... То, что есть... То, что... Не факт, что я даже уеду из России. Хотя хотелось бы, но... Кому я нафиг нужен, да? Умею только стримить. Что да. Куда пошли, туда и пойду. Пох вообще. Буду с этого.
с телефона фоточки присылать в стиме, выкладывать. Ладно, у нас так, пока они поджигают, мобу сливают, короче, подкуривают, пытается привалов совсем молоко плюет, даже на задержку не попадает. А что у нас сраный диплом сначала сдать, что правильно. Ничего у меня тут. Помогли люди с дипломом. Вышел из дома, обследовал территорию, написал. Все. Ему за месяц можно сделать даже. Что за состав? У американцев очень много зависит от состава. Нету курильщика, есть жаки, зато и громилы. Ханта сливают. Ну правильно делают, потому что по таймингу они успеют по-любому так туда. Появиться, я думаю. Надеюсь на это. 18 секунд. По-моему, так же, как и на промоде спауна, но... Не такие быстрые, конечно. Там вроде 16 секунд. Хер его знает вообще. В общем, все, у нас плевало. Плюет подборки, чтобы не забежали выжившие по-быстрому так. Куричек успевает найти респ, также плевать сейчас. Совершенно рано пошел жокей. Куричек, кстати, в респе стоит до сих пор. Много, очень много мобов. Пайпа есть, конечно, но они будут ее оставлять на танке. Это правильное решение, то что... Грабил, кстати, что-то непонятно совершенно. Стояли бы и смотрели, как они получают люлей от мобов. Что они сагрили, непонятно. Еще одна плевачица. Хорошо, скуривает негра, он падает на 40 хп, наверное, где-то. Заблю в троих, танк уже скоро будет. Пайпу оставили, молот тоже оставили, конец троя. Нет, но ничего страшного. Вот где-то вот сейчас вот скоро появился танк. На горках смотрим. На горох смотрим, да. Команда. Сейчас снайпер опять же зависит, посмотрим даже от него, потому что очень много от него зависит. Они все тупы, когда же появится танк? Вот уже, да, вот он появился на 70%, а не как на 75%. Все равно. Худ. Танк, не знаю, где они будут принимать. Я бы отходил назад, на самом деле, потому что... А, танк даже обходит их. Это нежданчик, кстати, на самом деле, потому что поджигает его уже, он будет загонять их. Очень много мобов сейчас будет, возможно, какой-то минус, но его хорошо станет, также удар по двоим. Контакт еще дает какой-то стан, там за 3000 хп остается, вышвыривает ника, минус один, есть от команды. Whatever's. Как же есть громила в респе, но у него танк уже косарь остается. Громила никак не может добраться по этой несчастной респке. Пробивает на рандо почти, кстати, поносит негра на инкап. Мимо. Хотя вы минус сделали. На самом деле отвратительно играл. Играл саппорт. Только жаки. Даже жаки не напрыгнул, чисто так. Никакого стана не было ни от курильщика, ни от плевальщицы. Ни от других игроков. Громил еще долго машину. Или у него вообще не рядом не было респа, не знаю. Но втроем, короче, сейчас будут доходить. Был у нас 450 нормально. Ни одного инкапа не было, жаки так это появляется сзади. Sneaky Becky лайк. Есть сейчас подкуривает, есть роспись двоих, между прочим. Почти его сбросил. Если бы не толстый, я думаю, была бы роспись. Верьте, если бы игрался американский сервер, то команда Whatever's мокрого места не оставила, мне кажется, на европейцах. А вот если бы игрался на локале где-нибудь, то тогда была бы очень интересная игра. Застойные финалы, я думаю. Снайпер хорошо снимает Хантера. Рошель-то на штрафную круг отправилась. Что там, Шеврили у нас Рошель. Еще раз. На третий штрафной, знаете, как на биатлоне, там, промахиваешься и все. Промахнулась этим, монтировка по языку курильщика, все. Будьте добры, еще один, наверное, круг проследовать. За время на хп также дается бонус. Там вам не промот. Тут все более запутано, я до сих пор не знаю, как там. Кому-то таблетки там передавать нужно. У кого меньше бонус, там. Тем... Передайте таблетку, у кого меньше бонус, громил и отправляет на третий круг Рошелю. Также почти роспись, она затягивает в лист, между прочим. О, почти. Хант.
Кто этот Хант? Red Start. Ни о чемски. Ну, хотя есть две пачки таблеток, так что ничего важного, ничего страшного, я думаю. Пытается Хант зацарапать. Лучше бы ты взял тобой Элис, конечно. А что ты появляешься вот здесь сверху, да? Прыгаешь вот сюда и все, и берешь Элис. Казалось бы, да? Ну, нет. Не предвидел ситуацию Ханта. Не думал, что будет роспись. Не ожидал своих товарищей такой прыти и зафейлил в итоге атаку. Так же, как и... Жируху сливает. Сплевается на задержку, будет плевать, они не успеет. Нет, не успеет, наверное. Еще есть Рошелли, у нас есть еще Громила, который не может найти рест, так что не будет еще одного штрафного круга, как и надеялись. Да, не будет. Сейчас легкой поступи опять будет идти команда. Понимает, что последняя атака, мобов уже нету. Пока они там бегали, свои круги наяривали, уже закончились мобы, я редко вижу, что здесь мобы заканчивались, Громила попивает. Пикоскопической рупи за двоих. Даже не было расписи двоих. Ну, по крайней мере, бонус хорошо слили. Будем надеяться, что команда американская покажет хорошую игру. Это группа за выживших на этом месте. И зайдет также нулевая на танка. Будет такая же отогровка танка у европейцев, как и у... Так же, как и у... На первой карте... Не, на второй карте карнавал. Я напоминаю, что еще играется пятая карта. Хардапати продолжается. Уже час ночи. По МСК. Вообще я привык спать уже. Давненько так не стримил ночью. Обычно я в это время уже сплю. Или лежу вон с планшетом на кровати. Листаю лурку. Про книги, кстати, хотел еще поговорить. В общем, если вы хотите стать нормальным человеком и общаться, вы должны читать. Похер вообще, чё? Похер чё? Как надо читать? Мне, например, вообще не нравятся эти всякие Пушкины, Хуюшкины, там, Лермонтова. Мне классика русская вообще не нравится совершенно. Мне нравится такая современная литература. Потом как-нибудь расскажу, Хантер появляется. Сники Бики Лайк. Мне понравился этот мувик. СВМ. Есть напрыгивать на Red Star, кстати, у нас там другой саппорт будет. Хорошо задалбливает так тренера, но немного сливает, где будут фреймы, хорошо подействовали. В положительную сторону, негр надел бронежилет. Это да, прикольно было, если бронежилет какой-нибудь был, лайфсвилет. Такой броник на желтом. Хотя бы от урона по ханту, не знаю. Который прыгает на очки. Не помню. Что-то я плохо чатик открыл, на самом деле. Я часть только вижу то, что вы пишете. Громил убивает мимо на рандом. Хорошо, у нас команда. Давайте, американцы, тащите. Ну, как там? Во имя демократии, мать его. Как там? Мы можем. Мы можем. Южные парки там. Агитаторы. Обамовские. Ну, нас, кстати, помню, разговаривал как с однокурсником, мол. Как бы изменился мир, если бы весь мир стал Америкой, знаете? Одно государство и вся в целом, целиком Америка. Было бы, наверное... Не знаю, как было бы. Даже боюсь представить. Не было бы конкуренции никакой, наверное. Всем управлял бы один чернокожий пацан. Все, у нас на бак спрыгивает ник. Американцы долго-долго думают, что же делать. Плевающийся нет, кстати, есть бумеры и... Ханта тоже нет, что же окей прикладывать, никакого труда не будет составлять. Будут скуривать сейчас Ника, этого бодрого бегает вперед, кстати, это очень хорошая тактика. Курищик убивать должны, Громила прибивает мимо, есть, мимо прибивает мимо. Молодец, проскользил так, мимо выживших, никого не задел. Американцы идут, просто молодцы. Щики там. Просто, я был очень разочарован игрой. Аполлион, я все ожидал все-таки. Были пакованы, но команда Whatever's, походу, на порядок лучше будет. Их Dynasty не зарегалась, когда американцы... Американская команда Goku
Goku His Amigos. Такая нищенская, походу, какая-то команда. Я даже не стримил эту игру. В то время я спал в кроватке, потому что я окончательно там сбил свои биоритмы. И никак не мог. А если я не высплюсь, то стрим будет говно, по-моему. Хотя я не пробовал. Один раз так. Полусне, но заговаривался сильно и много повторял слов. Одних и тех же. Тавтология была просто в каждом слове. Все, вызывают у нас американцы ивент. Что у нас будут курить, кстати, прикуривать нестандартно так. Они будут пробивать чисто на инкап. Главное, чтобы американцы это знали. Американцы это знали и просчитывали все атаки. Вот сейчас Дасти вот этого будут подкуривать. Посмотрим. Боже, что это? Опять мобы начинают плясать. Есть, у нас в команде американской-то везет. Кстати, и снайпер-то заблеванный. Хорошо, у нас тоже играла. Отыграла команда. Ну, заблевала только снайпер и все. А так фейл. Фейл как фейл. Кстати, американцы, тащите, мать, учите. Я могу орать сегодня. Все-таки, что вы хотите, сколько там? Уже 13 минут второго ночи. Американцы уже, небось, попили кофе там, встали. Все у них хорошо, они должны отходить назад. И идти вперед, мать его, блядь. Вот, они понимают, наконец-то это, и будут ходить назад. Пайпа откидывайте, ёптать. Хоть нет, тут сейчас заблю будет и... Хорош, Дасти, хорош. Нас просчитал эту ситуацию, негр-то упал вниз. Поднимайся, дубина ты. Стейросовые. В общем, танк заходит, негры, они его разводят. Танк уже получает 200 хп урона, будет с другой стороны заходить, не поднимать его снизу будут. Разделяются у нас выжившие, это будет очень опасно. Саппорт также идет с другой стороны, удар по двоим зажимает, просто друг в друге застревают у нас негр и Элис. Возможно, это будет какой-то минус даже. Пятой карты, походу, не будет. Да, пятой карты не будет. Какая же тупая ошибка-то? Нет у них, походу, капитана, который своим твердым голосом скажет то, что, мол, мы должны идти в одно место, а не разделяться, как полные дауны. 2-2. Привыкли, небось, херачи там обрезанные свои, как говорит Sunlight. Конфиги. Хотели забожить, но, блин, чего хотели? Танка там, снайпер даже не наработал по нему. Танк там долго-долго шел. С полным почти хп. Больно смотреть. Хотя тысяча отрыв, я же говорил, то, что вполне отыгрываем. Возможно, еще что-то будет интересное. Так, смотрим, как они будут. Они же написали, по идее, то, что играется 1.5. Сейчас опять какие-то вопросы. Ладно, не будем писать, нам уже начинается игру. Передает SL привет девушке Sunlight. Тебе огромный привет от SL. Вот, навряд ли смотришь. Ну, Sunlight оценит, я думаю. Вот, что у нас пикут. Слышу, там жируха где-то появилась, заблёв одного сделала. Умничка. Но выжившие, зараженные что-то ждут. Ах. Беззубая атака. Танк на 44%, да, да. Забыл упомянуть все-таки же. Все-таки от танка много зависит.
Я до сих пор не знаю, играется ли 1.5 или 1.4. Девушки Sunlight. Хотя бы не мамки. Ладно, уходу настало время охуительных историй. Блять, 44%. Нет, после танка расскажу. Наверное, историю, когда я был на фиске. Самый неловкий момент, наверное. У нас есть атака, Хантер с Жакеем напрыгивает, пытается в одну каску напрыгнуть на Ника. Герой, нахуй. Герой просто нашего времени. Никому на Руси жить хорошо. Ну, я сейчас помню всю классику. Хотя я ее ненавижу, я же говорю. Я со школы просто ненавижу. Я почитал Куприн, что ли, Олесю там написал. Какая хуйня просто. О, это история такой любви. Такой-то, как хуйня. Я просто читал и блевал. Я просто эту херню, просто один из класса, помню, прочитал. Говорю, кто прочитал ее? Я. Смотрю, как на дебила. Говорит, кто читал? Ясно, говорит. Вот у нас дебил. Прочитал один, выполнил домашнее задание. Ой, танк заходит, запылил эти все свои бачки. Сейчас получает не иллюзорных пиздюлей в виде лещей от танка, кстати. Но раздает нормально, 3000 остается, но саппорта нет. Саппорта нет, столы тоже не двигаются. И, кстати, выжившие тоже не особо-то стараются пихать танка. О, фантастика. Одно я капнул, кстати, не знаю, сколько у него там. Сколько у него там осталось. Сколько у него было ХП, точнее. Все вы знали, что красные пинги. Даже это неплохо, я думаю. Для команды. Американский. Хотя хотелось бы, конечно. Ничего не вообще. Какой неплохо. Не нужно было убивать. Танк вообще зафейлил все бачки. Он даже не садился, когда их бил. Не пытался как Рос. Рос, не знаю, кстати, играет ли он 4-4. Но он очень хорошо показывал, как раскидывать нужно бачки, в коробочку загонять так выживших и не давать этим шансы не видно. Американец такой смешную игру демонстрирует второй. Как тот бумер, который с горки. Если бы он очень распрыгался так, тогда было бы. У нас впереди ивент, ведьма. Ведьма будет, походу, вот здесь. Или нет. Гром спереди появляется. Заблевчик. Нет. Фейл полный. Громил тоже сливает. Непонятно, что уходила сейчас ведьма. И не все-таки за забором появляется. Сейчас вот где-то вот. Угадываю, что вот здесь вот. Вот. Что не там так долго-то? Во, нет, я не угадал. Ну ладно, пусть здесь. Похуй вообще, они. Европейцы с огромным бонусом, даже на пятой карте им, американцев. Думаю. Не проблема будет абсолютно. 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 Как говорит Александр Невский. Мистер Вселенная. Русский Арнольд Шварценеггер. Многоуважаемый по всему миру. Что я несу вообще? Вот, Хантер напрыгивает, будет на DP прыгать. Я думаю, снайпер сейчас его быстро приходует. Не снайпер, опять этот чувак какой-то. Походу, он лучший игрок матча сегодня. Вот этот. Вот. Вот этот. Как я вот, по-вашему, должен читать ники корейские? Галан там ставит какие-то левые ники. Просто какими-то иероглифами. Какой-нибудь там аригату. Я знаю единственное, наверное, слово. Наруто и аригато, все. Кстати, чтобы вы знали, в Японии население больше, чем в России. Вы представляете, да, Японию и Россию? Сколько там плотность населения и как живется просто людям. Может, в Ютубе как там происходит у них? В час пик. Вы знаете, вот что в Москве там, в автобусах там 8 утра, это еще ерунда, вот как там в Японии или в Китае обстоят дела.
Там это просто караул, там это... Эту проблему просто не решить никак. Только, знаете... Ну, хотя в Китае-то что там? В Китае обязательно нужно... В Китае там нужно это... Обязательно, точнее, не обязательно, ограничение на ваших детей там. Чтобы иметь два ребенка, вы должны какую-то госпошлину заплатить. Если громила пробивает, мимо совершенно бьет, у нас выжившие идут пробивать вперед, плевашится. Не фейлит, но все-таки разделяет выживших. Да, что вы хотите, как бы? Поплыл. На пятой карте я навряд ли думаю, что команда американская прям затащит. Просто в три ствола сидят и стреляют одного хантера. Молодцы, да, показывают скилл. MVP, небось, борется за MVP. Куричка скуривает, но снайпер хорошо. Опять нет, не снайпер, вот этот чувак. Дэнни. Что-то тут MVP. Такую сбалансированную игру показывают. Запирают у мобов, кстати, в убежище. Сейчас только убивают их. Так же, как и бумеры. Громила пытается пробить мимо. Отстанивает на немножечко. Подожди, вот. Не знаю, видно или нет, короче, это кальян, который я курю. Привезли еще из Арабских Эмиратов, что ли, или из Египта какого-то там. Ну, в общем, эта штука и безвредная, но без злоупотреблений. Но я очень зависимый человек, очень аддиктивный. Чуть что, так сразу. Ухожу с головой, если мне что-то нравится, допустим, стримы. Или Left 4 Dead, так сразу. Хоть день и ночь готов этому занятию. Уделять время свое, которое я должен уделять на написание диплома, но ничего страшного, я не работаю. У меня времени много на написание. 4 месяца это просто с головой, если бы. Спокойный человек. У нас есть атака американцев. 30-ку снимается. Браво. Браво, браво. Вот. Один из облёв. Красненькие пинки никак не меняются. А, о железе компаще хотел поговорить. Главное, короче, чтобы лефт не лагал и было FPS нормально. Все. Все, что я хотел сказать. Потому что всякие там эти Assassin's Creed Unity там. Никак не пытался ее настроить. Вообще, говорит, игра говно там. Сама по себе даже, несмотря на то, что она лагает. Жаки у нас пошел, атака спереди, Хантер. Хантер мансует, умер, застревает в камере, наблевывает на одного Элиса. Плевала, сейчас будет нашкрябывать. Пытается телепортами, как Жаки, я плевала. А, ну у нас, короче, сейчас скоро танк. Даже вместе с мобами идут. Блин, смотрите, от танка все-таки. Ни одного еще не видел. Этот стрим. Вида от танка. Вот он. Новенький стоит, нулевый. Только с завода. Блин, как я посмотрел цены на эти, на оружие, на КС-ки. Кто-то там 25 тысяч долларов заплатил за какую-то эмку там. Я смотрел на ютубе. 25 тысяч долларов за сраную модель. Вы не думаете, то, что в КС там какие-то вот дополнительные уроны за это дается. А просто модель. То, что все видят, то, что у вас хорошее оружие. Я этого не понимаю. Так же, как и шапки в Team Fortress. Мне абсолютно как-то было плевать, когда я играл в него. Только вот оружие там, какое-то дамажное, недамажное. А то мне вообще пох. Выделиться там. Показать, какую у тебя анимация там. Чушь полная. Чисто для того, чтобы вы платили деньги. Американцы, кстати, разводят европейского танка на то, чтобы он зашел внутрь. Камнем есть, разводит хорошо. Евростайл там сзади, кстати, громила наяривает хорошенько по нику, да. До сих пор наяривает, между прочим. Инкап сейчас будет закатывать, кстати. Громила еще раз попадает. Неужели будет закатывать других зеленых выживших или... Закручивает камень, 3000 хп остается. Элис бодрый пробегает вперед. Танк всем видом показывает, что у него очень мало хп. Приглашает так на рандеву Элиса. Все, бачок улетает.
принципе, так же, как и надежда американской тимы на какой-то камбэк. Да, но все-таки инкапывает одного, а других курильщик подкуривает. Много хп сливается, очень много уже, мне кажется, меньше бонусов даже, чем у команды американской. А нет, не меньше, но вот за патрончиками пошли ребята. С чистого листа, так сказать, начнут сейчас все. Что там? В общем, будем смотреть этот стрим от снайпера, я откинусь. Блин, даже чай закончился. Вот беда. Не знаю, будет ли играться пятая карта, я думаю, американцы откажутся. Потому что хуительные истории на потом оставлю. Нереальные истории из жизни. Смотреть бесплатно, без регистрации. Мой стрим будет первый, если вы войдете в Google. А, мне еще далеко, короче, да. Их крутых стримеров. Хотя чё, я если даже... А что мне еще стримить? The Left умирает, как сказал Визор. То, что никаких не будет проводиться капов по нему. Меня это, конечно, ничуть не радует, такая новость. Может, какую-нибудь КС-ку застримить по поводу? Интересно, как у меня будет получаться. Да я не знаю, там очень большая конкуренция, по-моему, очень много стримеров. Других, и не факт, что они воспримут меня прям хорошо так, не в штыки. Как-нибудь попозже. Я в КС так редко играю вообще. Я в КС не люблю играть. Я уже говорю, что я там полный бомж. Я там вообще, короче. Лучше мне не запускать эту игру. Вон, выкинуть. Вот туда ее. Так же, как и выкинул Left. Запускает ивент, даже не агреведьм. Хотя в КС я любил на этих, на зомби-серверах играть. Да и сейчас не почкаюсь. Ну, сейчас нормальных серверов вообще как-то не нашел. Все что-то не то. Пробивает двоих, у нас роспись троих. Отлично, расписывает команда. Алирон, команду американцев. Боже, храни Америку. Роспись троих, все. Нет. А ГГ пишет. Все. Закончился у нас. Не будет играть пятую карту, как видим. Ну и ладно. Мне лучше, как бы. Сегодня три стрима подряд провел. Братишка! Так вытяни. Все забавно. Спрашивайте меня, что это. Еще разок. Ну уж нет. Пожалуйста, пожалуйста. С тобой все. Я нашел еще один тор. Еще один тор. Я никогда не устану смотреть это видео. Заебал. Я тебе говорю. Прекрасно. Заебал. Заебал. Да, но... Давай-ка лучше поговорим об этом после праздника дома. Да иди там нахуй. Я был тайканом, а теперь я зеленый пионерик на банке с гарваром. Я только хочу нахуй. Я мог спокойно принимать наркотики, когда в моей жизни был какой-то смысл. До того, как ты спас зло. Нихуя. Нихуя, говорит. Это раньше как... Заткни, ебало. Заебало. Я ведь говорил тебе... Заткни, ебало! Я свои права знаю! Ты забыл? Мы в России. Осёл! Ай! Ты меня спутал с другим говорящим спасликом. Ну скажи хотя бы, куда они меня везут? Штильцу. 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 Как же ты меня заебал? Ладно, короче, всё. Всем пока. Обосрались американцы, короче, сегодня.